Всем привет! Началась у меня уже на пасеке роевая пора. Потихоньку пчелы роятся. И сегодня вышел очередной рой, рой первак. Будем его сажать обратно в улей материнский и убирать старую матку. Потом через 9 дней выйдет рой второй с молодой маткой. Мы его опять же ловим, этот второй рой. И в это время, когда будет рой сидеть в роевне второй, вторак с этой семьи, надо будет залезть в улей и полностью его перебрать, все соты, и оборвать все маточники. И потом этот рой со второй маткой засыпем обратно. На данный момент мы будем рой первак обратно засыпать и убирать старую плодную матку, чтобы в дальнейшем пчелы наши не роились. Сделаю я такие сходни тут с двух досок составлю. Мои широкие доски специальные. Ну как специальные, широкие такие вот. Уже тут поподгнивали, так я не хочу их туда носить, сюда носить, чтобы не ломались. И потихоньку, думаю, отроятся пчелы. И у нас освободится время для рыбалок. Ну и в лес ездить за грибами. Этот... Тоже рой вчера пытался выйти, но назад зашел. Позавчера погода была не очень, там тучи ходили. Так первак тоже рой попытался выйти, и так и не вышел. Я эти дни ждал, с этого улья не вышел. Также он в этом улье, как я сказал, уже троились. Первый рой я назад высыпал, матку старую плодную забрал, посадил туда безматочную семью в этот фиолетовый улей с этого. Улья, старую плодную матку туда посадил, там же обножку носит, лежу. Так что матка пригодилась плодно старая. А потом уже, когда второй рой вышел, я перебрал все гнездо, убрал маточники, все чисто, матки, мисочки, где что такое было, на матку подозрение, все убрал. И высыпал обратно с молодой маткой, неплодной рой. И они уже работают недельку где-то. Ну, сейчас такую же процедуру и тут проведу. Высыпаем первый рой, матку убираем старую. Поспрашиваю тут у пчеловодов, может им надо будет, того что я старых маток никуда особо не приспосабливаю, отводков не делаю. Пасеку расширять неохота. То, что мед сбыть тяжко сейчас, трудно продать, то я стараюсь просто семьи в силе держать, обратно высыпаю рои и ставлю им надставки на мед. Сейчас рабочих семей получается у меня. Вот договорюсь и высыпать будем рабочих семей по меду. Это одна, вот вторая, что троилась. Это третья. Потом четвертая, пятая, там шестая. Три семьи слабые с зимы вышли, то сидят так покуда. Без этого. Даже не три получается, а одна. Потом вторая. Ну да, три с этой, что матку подсадил, получается. И в итоге 9 семей у меня. 6 из них рабочие по меду. А 3 просто так, покуда сидят. Ладно. Высыпаю я сейчас. То, что тут их лежу. По небу начали ходить. А сейчас уже у нас по времени. Скажу сколько. 6 часов вечера. Так что высыпу сейчас пчел обратно. Матку уберу старую и... Можно будет покуда гулять до следующих раев. Опа, упали. Придавил пчелку. Крышку вытаскивал, да крутанул ее под низ. Ай, троху слетят, а то злые. Ну, сейчас за руку джиганет. Злая летая. Рой не маленький. Рой хороший тут. О, видно. Раек. Килограмма 2-2,5, думаю, будет. Сейчас будем высыпать его. Камеру примостить, чтобы видно было красиво. Вот. Ладно. Поставлю выше, а то обзор малый. На крышу. Все, сейчас будем засыпать пчел в улей.
приличный, не маленький. Видно наш рой. Сейчас пойдут в улей. Сели у меня там за забором на яблоню они. Так, а где-то я клеточку дел. Матку ловить. А, вот, доской приложил. Все, смотрим, матку ищем. Обычно матка, когда идет, и потом сюда под верхний литок заходит часто с пчелами сидит. В этом году так я уже ловил. Ну и постоянно. Поставлю под низ дымар сюда, под доску, чтобы не залазили в щелины под низ. Ну и буду матку глядеть. Сейчас нам главное споймать матку. Это под улей лезут. Поставлю сюда дымара, чтобы не лезли под низ, под литок. Сейчас тут роев не остались пчелы. Уже даже язычок он слепили, восковый. Его не было, вот. Посидели часов, сколько сейчас, 6, где-то 6, 7, 8 часов уже. За 8 часов залепили язык он. Может, где тут и матка осталась, что-то они тихо сидят, не шевелятся. Ладно, сейчас поглядим. Если не словлю ее на летку тут, то будем раевне глядеть. Ну, пчел много. Видно, вот. Если разгребти, сантиметр толщины слой, даже больше сидит. Потиху заходит. О, матка, матка. Матка вот. Матка красивая. Бляха, что себе сделать, жалко. Уничтожать матку такую. Ну, погляжу. Приспособлю куда-нибудь, недок, отводок какие-нибудь сделаю. Сховалась где-то. Ну, матка красивая, большая такая. Даже не знаю, что делать. Противороевую меру. Убрать старую матку, молодую дождаться. Или залезть до маточники, убрать, да обратно ее выпустить. Так все равно роиться будешь через неделю-две. Опять семья. Чем дольше роится будут, тем меньше меда наносит. Так что, наверное, матку я сейчас ловлю. Не знаю, покуда посидит в клеточке. Буду и применение найду, так будет жить. Не найду, то уберем ее. Ну, матка красивая. Это она с того года получается. Вторые годы ее сейчас. И плодовитая. Где-то она оделась. Наверное, под верхний литок пошла. Я ее попытался зловить, она утекла. Спрошу у знакомых пчеловодов. Может, им будет надо. Да когда матка красивая. Где-то под литок, наверное, вверх не залезла. Ну, сейчас основная масса пчел зайдет, то зловим и матку. Будет сидеть под литком или у толпе пчел на решетке. А под
доску подымлю. Хай, сбегаюсь. Ай, мошки кусаются. Вот матка пошла под литок. Под верхний. Вот она, во. Сейчас словим. Интересная пчела с фиолетовой обложкой. Бляха, упустил. Ну давай, вылезай, что ты ховаешься? Сейчас я оттуда вытащу. Все, в клетке. В клеточке матка с пчелами. Изловил. Сейчас закроем. Сховалась сюда, в темную часть клеточки. Видно. Вон наша матка ходит. Ой, дым. Как там? Показать эту матку. Короче, вот она. Я пчел сейчас выгоню отсюда. По одной, аккуратно. Одну же пчелу выпустил. Ну, еще пару штучек. Матку, главное, не выпусти. Всех пчел почти выпустил. Осталось три пчелы и матка. В клеточке. Ну. Куда? Ну, матка так себе. Пузик желтый снизу, сверху полоски черные. Ну, красивая матка вышла с роем этим. Куда? Пытается убежать. Ладно, матку словили. Пчел высыпали. Через 9 дней, выйдя второй рой с этого улья, переберу рамки все, уберу маточники полностью все, мисочки, маточники, и высыпу обратно тот рой второй, что будет с этого улья. Хай все молодую матку ростят еще. Покуда та матка облетится, оплоднится, то у нас, думаю, роение им уже это перехочется роиться. Обычно так и делаю все время. Редко когда я старую матку плодную, ну не старую, с того года, это второй год матки. Редко когда плодные матки я обратно в улей забрасываю. Когда уберешь эту плодную матку, то уже пчелы не роятся больше. Такая противороевая мера у меня. Убрал старую матку, потом второго роя дождался. Гнездо перебрал, матку обратно высыпал. Я думаю, кто занимается пчелами, тот поймет, в чем дело. Ну, а лазить каждые там неделю или две маточники обрывать, это тоже не работа. Вернее, лишняя работа. Не дело это. Лезть каждую неделю или две, рвать маточники, чтобы не роились пчелы. И так до конца лета. Лучше уже раз перебунтуются, вот матку убираешь, молодую потом оставляешь и все. Так, хочу я выгнать пчел этих с клетки. О, одна вышла. Куда? Матка пытается выйти. Будет так лезть, и так ненароком голову защемлю.
засланкой этой. Хочу пчел повыгонять. Ну давай, вылазь. Не, обратно пчела пошла. Давай. Чуть матки голову уже не от это. Еще одна пчела с ее осталась. Ну матка красавица, конечно. Плодная. Если бы она раньше была весной у меня, то бы спаслись я там крайнюю семью безматочную. А так я сюда уже посадил одну плодную, в этот вот фиолетовый, что рядом безматочный был. Ну там была больше коричневая такая, это красивая матка, ну она мне не надо. Может, куда приспособим. Сейчас позвоню человеку да спрошу. Вдруг еще надо ему где. Да к отдам пойду. Ну вот наш райок и зашел уже. Весь почти. Открыли я сейчас решетку эту, чтобы им быстрее заходить было. Ну и верхние литки надо открыть. Да, закрыл их, чтобы не зарешочивать. Закрыл. Чекайте. Так. Все где-то тут гвоздик один. За пальца не грызнула. Все. Такая противороевая мера у меня. Противороевая мера. Рой первак. Через решетку на литке высыпаю обратно, матку старую отлавливаю. И потом, когда второй рой выходит с этого улья, я перебираю гнездо перед тем, как его обратно высыпать. И высыпаю обратно второй рой с неплодной молодой маткой. Главное все это дело усмотреть на девятый день. В районе тут пчелы бегают, вот пооставались ящики у нас, понемногу слетает в улей. На этом я, наверное, буду заканчивать уже съемку. То, что надо сейчас мне две руки, чтобы эту районю вытрусить полностью сюда, пчел остальных выгоню с районе дымором. Ну и на этом, покуда с этой семьей работы не будет. Ждем 9 дней, рой вторак, второй рой. Будет уже две семьи у нас порадочные. Потом еще там рой жду на днях, то, что выходил уже, пытался. И в этом вот зелененьком пытался выходить уже дня 4 назад. То тоже надо будет ждать. Уже две перебрал, еще две семьи переберу и эту... и ту крайнюю, и в этом сезоне уже с роевыми, противороевыми методами и роением, думаю, больше не будет у нас проблем. Будем только мед забирать, да подставлять надставки соты. Вот сколько у нас, 20 минут прошло, рой полностью весь уже, буквально в улей зашел. Да тут купинка пчел, сейчас я их загоню. За 20 минут справились. И можно быть свободным. Так. Буду заканчивать. Всем всего хорошего, удачи. До свидания.